Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей командной игры 3 на 3. Если вы смотрите ее не с первой серии, то рекомендую перейти прямо к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всем же остальным приятного просмотра. Ну, я следующим ходом беру автократию, значит. Блин. Перс купил, что ли? Они скинулись деньгами, чтобы он купил? Да, походу. Да, потому что у него 300 голды, у индуса 700 и у этого 900. А у них было бы гораздо больше, по-моему. Ну, мне все равно автократию брать, или может свободу? Не знаю, но если у тебя культуры много, то ты автократию уже возьмешь там, в принципе. Ну, 45 вход. Ну, у меня есть художник, я могу тебе его привезти, и китаец тоже. Ты запустишь себе золотой век и возьмешь... Я уже отдал художника, ты же сделал. У меня уже золотой век, 4 хода осталось. Ладно, возьму. Ну, понимаешь, они тогда точно возьмут иностранный легион. Ну, иностранный легион может взять этот... У него не скоро, мне кажется. У него 8 ходов до идеологии. Не, я думаю, что автократия, потому что там, во-первых, юниты быстрее строятся, если возьмешь это. Ну и ладно. Диски. Ладно, беру автократию. Так, и что мне первым брать? Покупку, снижение покупки? Ну, Биг Бена-то нету. А что, думаю, мы же будем мапать, мы не будем покупать. Мне кажется, там бонус в атаке. Раненые юниты, которые? Да, но они же все равно по тебе будут стрелять, я не станут ранеными. И атаковать будешь их раненые. Не сильнее там будет. Так, вот этого подарил тебе художника. А, так вот у него у Пирса откуда уголь взялся. Он просто город поставил там, где тут уголь был. Сверху, там, где пролив. Прям на уголь поставил. То я думаю, откуда у них уголь? Видите, как ботана? Блин, один ход. Вот одного хода не хватило, я бы раньше его автократию взял. Переключал на производство. Выиграл только один ход в этом. В осенинке этой фабрики.
Может, теперь на еду уже. Что там есть куда специалистов в Гранд-Ривере мне сажать? Ага, минус. По счастью, пошел. Там нету лишнего счастья. Ни у кого. Они, видимо, идут в электричество, потому что до сих пор нету ни сталеварения, ни астрономии. И пусть идут, это нам на руку. Ты в Шанхае никак не можешь ускорить фабрику? Могу. Ну, попробуй. Ну, только чтобы... Не-не-не-не, стоп. Два хода роста нормально было. Пускай, ладно, он лучше вырастет за два хода. Счастье у тебя есть? Плюс один. Я сейчас после фабрики в зоопарке построю, наверное. Потом уже буду школу. А циркус Максимус у тебя построен? Да. Сколько у вас науки вход? 420. Ого. 252. У меня 300. Блин, знал бы, как себе бы ученых сажал. У тебя Китай сколько? 300. У тебя Пекин все академии обрабатывает? Да. 4, 5, 6. У тебя 60 должно быть чисто с академией. Ну, у меня Пекин дает 190.
еще одну академию тебе поставить. Сейчас мы я отправлю. Этот караванчик. Так, 1800, уже неплохо. Вот сейчас 327. Да, у нас уже 15, так, у нас лошадей достаточно, чтобы строить. Ну все, я думаю, теперь к Шашону, да, будем вести ученых? Да ладно, уже к тебе ведем. Да куда, уже и так у меня академия дофигища, теперь к тебе. То, что у меня я сейчас... тебе буду сажать на ферму возле рек. Все. Ну, у меня просто ученый еще один через вход будет еще. Да, какая разница, сажай, ну... Слушай, так просто... может, это, китаец, так может, подари мне вот этих своих писателей, чтобы я быстрее автократию... Да-да, подари уже, ты все равно науку не раскачал, так что уже давай автократку. Серёж, у тебя тут накоплено писателей прям? Я второй в автократии что-нибудь на счастье себе возьму. Да, конечно. Покупку не бери. Жирные у них города. 31 уже Копенгаген. 28, 27. Хороши. О, слушай, я тебя уже практически по производству догнал. 179. Неплохо. Я сейчас... Так, мы сейчас сразу идем в Имию. Бранденбург. Но не открыли электричество. То есть они в радио, наверное, прям собираются. Так, у меня только 4 нефти и то на воде. Нет, еще есть нефть. У меня 2 ресурса нефти и все на воде. У меня гайдика стоит прямо на нефти. Ну и у тебя куча нефти на воде. Нам, видимо, придется зайти в эти офшорные... У китайца вообще нету. А, не, и вон внизу есть. Ну, блин, там ставить город ради нефти. Ну, тут 21 нефть. Слушай. Придется, конечно. Да. Китаец. Китаец. Так, что-то. Тебе надо город китайцы внизу поставить. Знаешь что? Построй поселенца и построй Оксфорд. Возьми криогеник. Оксфордом возьмешь криогенику и поставишь город. А то просто если ты поставишь город, а потом Оксфорд ты уже не построишь.
Хорошо. А я не знаю, а что мне? Может мне свободу взять? Да, бери. Конечно, свободу. Только ты сразу в начале следующего хода, что. Они... Я тебе посела построю, так что не строю. Хорошо. А можешь прям вот сейчас начать уже Оксфорд строить? Можно, ну два хода я закончу за парк и Оксфорд построю. Он все равно посел будет идти где-то 4 хода до туда, по идее. Не, я тут хочу вопрос же в том, чтобы рабочие лодки, чтобы да. У меня не нормальная была. Вопрос в том, чтобы криогенику быстрее взять, а не в том. Так, ты главное сейчас свободу сразу в начале хода возьми, чтобы они тебя не обогнали. Так, что у меня тут на счастье от каждого замка арсенала, это или? Слушай, какое взять счастье от замка арсенала и базы военной или от национальных чудес? Я ну, как в бы... замке ты иногда ты будешь строить. Ну, я тоже думаю, что вряд ли. Но у меня нас чудес-то... только 2, по-моему, нет, 3. Ладно. Не 4 оказалось. Пять. Если так. 5-6. Ладно. Они верхнюю ветку даже еще астрономию не открыли. Так, а что в нижнем? Сталеварение они тоже не открыли, но они науку очень серьезно проигрывают. Очень. У меня сейчас 360. У меня 470. 320, но я только одну школу построил. Сейчас вот заканчиваю. Я вообще еще школу не строю. Блин, вот не знаю, идти в честь, вот где дисциплина 15% боевой мощи. Я думаю, не надо. Так, закончится золотой век тогда. Хана писателям. Thank you.
Так мне криогенику, да, брать? Да. А как я ее возьму? Там же ж надо электричество для криогеники. Блин, точно. Ну, давайте электричество выучим, наверное. Придется. Да? Ну, ладно. Давайте химию только... Ну, ладно, давайте сразу электричество. А боже, как три раз, хода как всего. Как раз. Да, как да раз, как три, раз ровно три хода. Три хода Оксфорд и три электричества. Да, да, да. Что они там пишут? Не науку, конечно. А, у них радио, не в радио, что ли? Не, ну что это за вопросы, блин? Сколько у вас ученых? Что за... Я тоже свободу взяла. Ученых у нас... Так какая это такая инфа, блин. Так, ну, 7 академ, 6 у Пекина и 1 у меня. У Пекина 7. 8. У Пекина 8. А, погоди. 4 слева, 2. А, вон, да, 8. У меня стольная жесткая, стольная 230 дает. Блин, жалко, я так хотел на танках повоевать. Уже все было для этого. Ну они не сдаются вообще-то. Разве нет? Да а посмотрим это... еще, где, может, вообще у них урана не будет еще. Когда будет, но он, ты говоришь 27, а он говорит, когда будет? Ну 27, блин. Я ж пошутил. Нам надо будет статую свободы потом забрать, блядь. Ну это такое. Ну что, это дополнительно ну, где-то. Да. Это где-то плюс 30 к производству мне или плюс 40 где-то. Ну, если инженер у тебя будет с веры, как бы у меня инженер. Сейчас гляну. От меня ученый через 3 года. У меня инженера не будет. Где-то через 8 ходов будет инженер у меня с веры. Может, поставим на статус свободы? Зачем тебе статус свободы? Кремль, если мы играем на танкетках, Кремль дает плюс 50% к... Мы будем все-таки играть на танкетках? Конечно будем, они вообще не будут никогда. А, ну тогда хорошо. Они будут стандартизацию и будут... первыми пехотинцами отбиваться. Так, что у меня тут бегает? Не пойму, это у них 500 науки в общем, от всех троих или что? А, это у него 500 науки. 500 это нормально. Не понял. Понял. Меня слышно? А что такое? Они вышли? Я не понял, что произошло. А что такое? Алонс, ты тут? Ну, я как бы в игре остался, но я один единственный. Я тоже, мне не пишется, что я являюсь хостом. Куда они... Еще как бы неизвестно, где уран. Я не понимаю, так написать надо, что сдаются, они не сдаются. Они проигрывают науку, и у нас куча нефти. Причем тут вообще уран. Мы сейчас их танками заберем и конфетками. Там артиллерия будет сзади идти и захватывать города. У них, по идее, города больше. У них должно быть науки тоже больше, по идее. Ты понимаешь, что они физику зарашили? То есть они рашили физику, мы в это время шли напрямую в универы. Вот это им и как бы вышло боком.
притом я строил универы во всех городах сразу. То есть я не откладывал там до какого-то момента. Я сразу, как мы вышли, я тут же начал строить. Так они сдаются или что? Они написали, что... Да, они сдались. Прикольно. Он говорит, что у алочности 500 науки, и они все равно науку просирают. Я открыл впереди. Как-то ребята вообще без... Почему не побороться, я не понимаю. Битву какую-нибудь устроить. А что они к нам не заходят, не пойму. Ну ладно, спасибо за игру тогда. Да погоди, может они что-то продолжат. Сейчас я спрошу. Угу. А, он у них в комнате третий. Да что спрашивать их? Сейчас перетащу сюда. Да, говорят, продолжают. Так что за дела? Мы играем или нет? Да, вроде бы играем. Играем? Да, да. Ну так это ж хорошо. Так а что вы вышли? Ну я вышел из лобби. Я потому что там один единственный сидел. Алочность. Да нет, я в игре остался. Ну ты один в игре остался? Да, да, один в игре. Ну? Это значит, что тебя выкинуло. Ну выкину, я со стимом меня не выкинул, я вот сейчас в главном меню сижу. Ну, значит, перезаходи. А что вы тут еще сидите? Пионят. Давайте, может, третью комнату. А, все, конечно. Мне только. А мы только один там будем город ставить, там просто 14 мест. Я перекинул. А сколько ты хочешь городов? Один город до всего дотягивается. Ну, да. И сразу туда рабочих иди, как можно побольше. А сейчас у меня тут один есть рядом. Ну, вот там три нефть, она сразу там работает. Три. Потом одна на болоте, там будет она 10 ходов. А, я на болото пойду сразу. У меня она быстрее будет. Так, открыл я креатив. Алёша, у тебя золотой век не закончился, да? Закончился, но я только что его запустил заново. А, ну на тебе писателя, и потом я тебе художника скину. Точнее, надо эти рабочие лодки настроить. У меня же куча нет. Да, тебе вообще надо... И рабочие лодки у тебя тут вообще зашибись пойдут. В Темооке не забудь и в Агаидике еще маяк построить. Да, у меня три счастья уже. Счастье кончается, наверное, в неделю. Так, а что у нас с алюминием? Вот алюминий между Пекином и Анандагой. Блин, ну мне ГЭС очень неплохо в Анандаге будет. Ну уведи туда рабочего, уведи сразу. У меня присоединится через два хода алюминий.
Давай, может, лучше ты Шашон поведешь, у тебя побыстрее там все сделается. А нет? Я пошел на них, это важнее. Ну ладно, ладно. Я тогда поведу. И на них. А, не, вон у тебя рабочий около Пекина, слышишь? Веди его на алюминий. А, хорошо, ладно. Нет, я китайцу об этом сказал. Меня слышно вообще? Да, я уже перевел. Да, хорошо. Это китаец, я тоже ГЭС. У тебя вообще в Пекине ГЭС офигенно будет просто. У тебя молотков сразу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, штук 15 молотков просто чисто с одной ГЭС пойдет. Ну, что во втором тире брать в автократии? Ну, или опыт, и на 25% быстрее юниты строятся, или близкие. Но если ты военной академии построишь, то, конечно, опыт. Так, а что мы сейчас там исследуем, эти удобрения? Да, Валерию сейчас идем, надо, Леша, уже строить эти оружейные. Побыстро. Ну, хотя мы, в принципе, втроем быстро накрепаем эту кавалерию. А сколько у вас лошадей? У меня только 4. Ну, у меня 12. Нам хватит. У меня 6. 22, получается. А у чего этого? Убери писателя, я тебе сразу художника подарю, и ты его сразу сожгешь. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. А, все-таки ты прибавил алюминий. Да, прикол, я не думал, что у меня добавится. Так у меня прикол, один ход у меня остался, и у тебя, по идее, один ход, да? Я не знаю, я даже не смотрел.
У них тоже есть алюминий. У этого, у датчанина 5, у перса 2. Слушай, у меня родился инженер просто со специалистов, а не с... Слушай, а теперь веры. Можно реально заинженерить эту Бранденбург и забить на вот эту институт 19. А я уже его взял. Ну, тогда жалко. Давай, может, я тебе этого инженера подарю, а с Веры подарю китайцу, чтобы он эту построил. Ну, давай. А мне на Бранденбург или на Кремль? Ну, я тебе могу и на то дать, в принципе. У меня инженер с Веры будет через 2 хода. О, давай мне. Я тогда и Бранденбург, и то заберу. Договорились. А в удобрение будем заходить? Ну, я бы зашел, у меня тут довольно много ферм. Не говоря уже о плантациях. Не, нам удобрения нужны. Я уже поставил шифтом. Так, пожалуй, я даже Бранденбург заберу в Тималке. Чтобы линкоры были с радиусом. Там как раз с 2 клеток нужно обстреливать десеторис. Может быть, поможет. Угу.
Алонс, под осининкой рабочим лучше мне джунгли обработай. Хорошо. Перс в тотальную защиту. У тебя, Лёша, будет блицкриг? Ну, вообще, институт вот этот. Ну, я надеюсь, что да. Просто я как раз для генерала тебе передам. Будешь там бегать на 5 У лет. Меня 13 ходов открывается так. Через 6 ходов закончится. Мне надо еще одного тира взять первого уровня. Мне кажется, должно быть. Ты мне. У меня два. Слушай, китаец, еще у тебя когда там писатель будет? Я сейчас на писателе не сижу на писателе. Не скоро. Так посади его специально, ну, чтобы еще. Мой писатель через 8 ходов будет, мой личный. Да, серьезно, посади писателя, чтобы еще больше было. Может быть, там как раз Леша возьмет еще эту на 50 ходов бонус в атаке. Я уже не помню, как он называется, но та вещь. Клаузевиц. Что-то там. Директива Клаузевица, что-то такое. Угу. Через 6 ходов. Окей. Ну я уже военную академию сейчас строю. У меня просто несчастье, бля, у меня минус 2 сейчас. А, и Оксов, наверное, тоже, да? Давайте, наверное, возьмем авиацию. Или железную дорогу возьмем, или двигатель ВС. Вообще без разницы. А, Леша, тебе надо. У тебя инженер же будет на пору. Ну я тебе сейчас все инженеры отдал. А может все-таки тебе на прору оставить? А ты Кремль так построишь, типа? Ну, а я танки буду без бонусов строить. Ну, или... Не знаю, мне кажется, Кремль нужнее, чем прора, нет? Ну, прора тебе даст институт. Бесплатно. Для Клаузевица? Да. Да, есть... Резон. Переход алюминий вам дам. А, точнее, Лёша, да. Мы сейчас в авиацию, да, идем или куда? Да, в авиацию для инженера. Ну, того скрипалось. У меня 23 метки. Что, 23? Метки. Ну, у меня 14.
Блин, что-то я не понимаю. О чем вы говорите? Чего у вас 23,14? Не, нефти, нефти. А, нефти. У меня 8. Ну, нормально. У них определенно меньше. У них только 7 нефти у датчанина, и все вроде, мне кажется. Но они только-только археологию открыли. Ну, я начинаю в Анандаге и Гранд-Ривере, вот, достраиваю военные академии, начинаю там кавалерию фигачить. Я тоже. Сейчас я дострою везде. Начну тоже кавалерию фигачить. Хотя надо где-то Оксфорд закупить в каком-то городе. Даже не знаю, может быть, морском лучше. Тебе или мне? Я тоже не, могу Оксфорд. Можно двоим. Мы можем два Оксфорда взять. И быстренько открыть конфет. Я просто его доведу до одного хода. Так, тут уже все обработано. Я не хочу тут никакие эти на этой тундре ставить. Так, у меня счастье закончилось. Циркус Максимус все-таки. Слушай, Леша, а может запили в осенинке этот Оксфорд? Там все равно еще оружейки нет. Прям вот сейчас уже Оксфорд? Ну да, до одного хода доведу. Три хода. Ну, если так быстро. Ну, я не знаю, я бы довел бы до одного, и потом быстрее. Главное не забыть. Да, это самое главное. Делаем. Сейчас счастье важнее. Два хода. Можно лес повырубать, все-таки дойдет. Я-то обработать не могу, это ничего. Просто вырублю лес. Так, скажи мне, что мы будем Оксфордами брать? Железную дорогу, а потом сразу комбашен, да? Да. То есть мы сейчас открываем Steam Power, потом динамит. Да, сейчас Steam Power. Нет, динамит. Нет, сейчас в авиацию сразу прямиком, чтобы быстрее прору построить. Ага. Потом динамит. Да, а потом уже. И открываем. Надо, чтобы были Оксфорды взяты, построены, когда открыт динамит. Да. Когда динамит будет один ход, тогда Оксфорд достраивает. Кстати, у меня всадники команчи, но они у меня будут 45 опытами. То есть немножко там не хватит опыта, до 60, но зато там на одну клетку они дальше бегают. Может быть, поможет.
все равно приятно. Ну да. Слушай, китаец, ты бы Нанкин, да, хотя бы 6 жителей где-то отрастил. Тут, в принципе, неплохо. У меня минус 3 сейчас. А тогда переставь все жители на промку. Если у тебя минус. Ну, только с Академии не убирай. У меня ученый был зашел, это в Масанкане вести. Не знаю, досади уже себе, какая разница. Пока ты доведешь, то долго. Да, он возле Гуанчжоу повис, а тут 4 хода. А, ну давай веди тогда, ты меня посадишь на какую-нибудь ферму. Так, счастье сейчас появится. Ну вот, нафига вот эта клетка обрабатывается? Вообще бесполезно. В принципе, эту можно в фабрику посадить. Все, алюминий у тебя есть, 8 штук. Отлично. Так, китаец. И две единицы надо. Я понял. Шашон, тебе тоже попроси. Два алюминия, мне кажется. В Тэмоуке, в Масанкане. ГЭС в тему будет. Ну, можно, в принципе. Китаец, дай мне. Нет, у меня алюминий. Так, я, короче, что, веду к тебе? Давай. Или может мне его себе оставить, просто чтобы я быстрее этот принял. У меня в два раза недовольство. Там 5 штук. У меня просто я указал 2, но почему-то 5 попросил. Слышишь, Аурю? Может мне его самому жить, чтобы принять через несколько ходов этот недовольство в два раза уменьшает от специалистов? Нет, тут игра выигрывается войной, ты понимаешь? Ну все, я веду. То, что у тебя не будет недовольства, это как бы выиграть не поможет. Причем надо, чтобы ты следующим ходом мне его подарил, потому что у меня как раз закончится золотой век следующим ходом. Я писатель, а не художник. Я понял. Да, я следующим ходом как раз и отдаю, видишь, он возле Аквеса с мне стоит. Почему тебе надо следующим ходом подарить мне его? Может, у тебя золотой век заканчивается. Да, и как это влияет на писателей? Не знаю. Золотой век увеличивает культуру. Когда у тебя идет золотой век, вот у меня, например, от золотого века сейчас лишних 10 культуры идет. То есть, а писатель дает... На 20%. А писатель дает столько культуры, сколько было за последние 6 ходов. То есть, при сжигании в конце золотого хода я сейчас получу с каждого писателя лишних 60 культуры. Золотой. У меня внезапно родился художник, поэтому у меня золотой век продолжается. Так, ну что тут прокачивать?
Слушай, на что кавалерию прокачивать? Ну, не знаю, я буду и так, равнинная. Не, ну, нет, это понятно, вот третьим промоушеном что брать? Наверное, я возьму не еще... Подожди, не тоже кавалериста может начать делать, или не надо? Можно, знаешь, взять поврежденные юниты, да. Наносят, ну, вот это тут не... Ну или тупо третью мастру брать, или третью. Не, шоу. Я вот буду брать плюс 33. У меня же и так есть в автократии, это против поврежденных. Ну да, да. Делать мне это, четырех всадников или не надо? А у тебя есть там бараки, что-нибудь такое? Нет, ну то это быстро строится, там за один ход. А тебе что, больше нечего строить в городах? Не, подожди, во-первых, не, начнем с того, что у тебя нету счастья. Давай ты построишь что-нибудь себе на счастье сначала. Еще один писатель. Так, 2-2. Семьсот науки. У меня 400. Так, после этого открываем электронику. Ну, динамит, конечно же, после авиации, потом электроника. Ну и дальше танк или радар, посмотрим. Так, Оксфорд, Оксфорд. Может быть даже радар лучше, там бомберы нормально. По-хорошему надо Персеполис захватывать, где перекидывать туда авиацию и танками задефать этот город, и уже потом авиацией нападать на остальные города. Угу. Я, пожалуй, уже ученых буду у себя оставлять, садить. Да. Что, я какое-то здание могу купить? Нет, конечно. А у меня лошади закончились. А возьми у меня 9, ну, штук 5 возьми, я еще построю. И у китайца можно взять. В шестой циве они нормально сделали, они убрали промоушен на лечение вообще.
но зато каждый промоушен будет лечить юнит. Но и при этом, если ты принимаешь промоушен, у тебя ход заканчивается. То есть надо будет отводить их и там потом... Да, типа такого. То есть не получится тут копить промоушены, знаешь, чтобы полечиться. Ну да, да. О, Максим Горький у меня родился. Так, ну что, Лёша, я думаю, вот этот последний, да, Затар, вот три хода, я думаю, там уже будет нормально. Угу. Мы уже, наверное, будем ручками, ну, сколько кавалерия стоит молоко? 134. А, у меня она дешевле, да. У меня эти 134 молотка. А конфетки... А, 234. Ну да, так солидно. Так, строю прору. Угу. Два хода динамит открывается. Значит, следующим ходом начинаем Оксфорд строить. Не, можно отложить. То есть мы можем пойти в линкоры, а динамит довести до одного хода. И когда уже будет достаточное количество кавалерии. Хотя я думаю, сейчас уже и так достаточно. Мне тоже что-то кажется. Я еще тут... Три достраиваю. Ну там у китайцев 1200, так что... То есть ты мне... Так, уже 10 у меня юнитов есть, типа, да? Там... Ну это 1750. У тебя еще остается... 750. Плюс еще у китайца. Ну вот... Давай вот упаковки достроиться, два хода, и... И как раз в Агайдике тоже два хода. А Оптимаки уже пусть строится. Там уже конфетка переделается. Да, я сейчас буду истребители строить. Чтобы они не особо там бомбили. Ладно, построим рынок один ход, а потом прору ускорим. У меня уже минус по золоту пошел. Да я знаю. Сейчас рынки построю.
Очень мне тут лаги не нравятся, конечно. Так, воевать контактными юнитами с такими лагами. Не самое веселое занятие. Так что, мы откладываем динамит сейчас или что? Нет, мы его можем выучить. А потом стандартизацию учим. И линкоры. И все парис упадет в любом случае. Хотят они этого или нет. Где кавалерия-то, блин? Блин, еще и три хода строить прору. Возьми там нефть, если тебе будет хватать. Нет, я апну только на 8 нефти, которые у меня есть. Ну, возьми еще, у меня есть. Нет, еще. Я не возьму, я чисто с 8 нефти буду. Вот у меня есть 8 нефти, я буду только с нею воевать. Ну ладно. Да, я скоро скину, я больше. Сколько скинут? Ну, скину 5. Не мне. Что же это мой? Ракезу. Может, мне тоже три планы построить? Сиди, развивайся спокойно. Тебе-то там. Где-то что три планы строить? Что там решил защищать? Ну ничего, просто построить три планы. Че ты? Ну может, войска какие-то построить? Не, не надо. Ну, конечно, развитие. Надо. Сейчас, хорошо. Ну, казармы там, не знаю. Я все построил? Нет, нет, сейчас построим. Да уже забей на этот нацепас, все уже, мы уже дошли до нужных нам дней, так все уже, строй казармы там. Может, вам деньги нужны? Пока нет. Деньги, конечно, нужны. Мне не нужны. Блин, я построил Оксфорд все-таки. Я тоже, какая разница. Все, мне не хватило одну апнуть, мне надо, ну, 200 золота. Нет, у меня еще 2. Ну, возьми у кого-нибудь, просто у меня по 30-ке дается, я не знаю, в чем проблема. То есть я могу тебе предложить 730, но... Я предложил.
возьми у кого-нибудь, типа, знаешь, вот такой выбор, прям. Он мне 1200 дал, китаец. Еще надо? Не, достаточно. Я могу, у тебя вход минус 37, я тебе могу вход дать плюс 40, чтобы ты в минус. Давай, давай. Так, мне теперь нефти не хватает. У меня 0 нефти. У меня 21 еще. Давай, давай всю нефть. Ну да, вот ты реально китаец, давай всю нефть. Ты вообще там сидишь на задворках. Тебе она реально никаким боком. И можете железные дороги строить. Леша, двух забыла тут. Справа. Да блин, у меня тут столько юнитов, я... Слава богу, успел писателей всех сжечь. Так, ну, следующим ходом у меня будет эта фигня с Клаузевицем. Ну, отлично, как раз атака будет. Ну, в принципе, можно высаживаться уже на море, я так понимаю, да? Да. Слушай, полностью я буду атаковать танкетками? Я, честно говоря, такой вояка. Надо или арту тоже строить. О, кстати, китаец, можешь артиллерию строить. Хорошо. Где мне высаживаться, по-твоему? Да где хочешь. Ну, пока они тебе ничего не сделают. Ну, еще один писатель. Блин, нахера мне Stock Exchange? Так, железная дорога. Караван. Все, взял наследие Клаузевица. Что мне, статус свободы тогда не строить, чисто артиллерию, да, строить везде? Не, ну статус, ну... Так, меня там что-то убили, слышишь, около Гашута? Убили танкетку одну. Как это написано? У них уже 5 бомберов. Так что, я тогда клепаю арту, да? Да, конечно, так. Ну слушай, они 4 бомберами убивают танкетку.
Пытайся все равно. Блин, надо было, наверное, подождать три планов побольше, чтобы ты сделал. С сколькими обстрелял бомбардировщиков? Ну, много? В районе 8, наверное. Да, это... Не, ну я вижу, вон как минимум 5 сидит. В Персеполисе не вижу, а вот в том городе, который я не вижу. Да, я тоже вижу 5. Там 2 триплана и 3 бомбардировщика. Высаживаю этих конфликтов, я сейчас походу генерала там с хуй осторожно. Слушай, а у тебя вообще три плана не работают, да? Да, там радиус не доходит. Может, надо было самолетов дождаться? А у китайцев у тебя есть железо? 2 единицы всего лишь. Ну да, мне хотя бы 2. А вон у тебя на твоей территории еще 2 единицы есть, необработанные. А, да, кстати. Ну, уже ладно. Ниже Масанкани. Я могу обработать пойти рабочим. Пойти? Давай, давай, давай. Угу. Блин, он меня сейчас генерала убьет. Отлично. Мы после электроники в ядерную физику идем? Да, наверное. А, там видишь, у них еще стена работает. Они не открыли на них. А, блин, мы же без стены играем.
Статую свободы индус. Да, но он мне в 2-3 танкетки каждый ход убивает. Не знаю, что тут делать. Может, все-таки дождаться твоих этих? Блин, ну у нас мы Оксфорды все потратили. Мы очень будем долго идти в радар. Нет, хотя бы этих, ну, линкоров, потому что вот эта вот армия, которая у него под Персеполисом стоит, надо же как-то сносить. Он меня просто, видишь, не дает пройти даже. Несмотря на то, что у меня нету этого зоны контроля. Может, надо было на Дели высаживаться, не знаю. Не, ну Дели как? В Дели ты меня вообще никак не поддержишь. Ну да. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.